Качество воды в Звенигороде всегда было темой острой и наболевшей для местных жителей. В рамках реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя» депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков провел встречу с потребителями воды на ВЗУ номер 4 микрорайона Супонева. Вместе убедились, что работы по разрешению этой проблемы идут полным ходом. Работает буровая установка. Осуществляется бурение под новую скважину для водоснабжения. Ожидаем, что вода, которая пойдет с нового горизонта, Алексинский горизонт, она будет содержать меньшее количество железа. План работ по реконструкции систем водоснабжения был намечен в мае. Кроме создания дополнительной скважины, водоканалом и местными управляющими компаниями проведена промывка магистральных и внутридомовых сетей. Положительные результаты не заставили себя ждать. Внутри домовые сети промыли. Я вот читаю все чаты, сейчас жалоб не вижу. Обязательно. Но технические мероприятия здесь должны проводиться на регулярной основе, резюмировал депутат. Работы по бурению будут закончены в августе, и до октября новая скважина должна быть запущена. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».